Marvel. Все началось обычным днем в сентябре. Обычным днем в Ракун-Сити. В городе, контролируемом Амбреллой. Никто не смел противостоять им, и нехватка этих сил привела к их уничтожению. Мне кажется, это произошло как следствие их поступков. Но никогда им не будет прощения. Если бы у них была сила сражаться. Это правда. Когда колесо правосудия начало поворачиваться, ничто уже не могло их остановить. Ничто. Это вертолет Дельта. Готовлюсь к приземлению в район 05. Кто они? Нет!28 сентября. День. Монстры захватили город. Как-нибудь. Я все еще жива. Так, нам нужно убираться отсюда. Что? О чем ты говоришь? Там только что умерла моя дочь. Как вы смеете предлагать мне идти туда? Мне жаль вашу дочь, но спасения не будет. Нам нужно уходить отсюда. Там... Нет! Я никуда не пойду! Даже братья Старс, которые вели себя всегда вызывающе, теперь вынуждены прятаться от этих монстров. Оставьте меня в покое! Уходи!